Физкульт, привет! Меня зовут Ирина Форми, а это моя напарница Василиса. И сегодня мы снимаем для вас тренировку для возраста 55+, и для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Для тренировки нам понадобится только коврик и большое желание быть здоровым. Первое упражнение, которое мы с вами выполняем, это отжимания с коленей. На вдохе опускаемся вниз, на выдохе поднимаемся наверх. При этом локти уходят строго в сторону, да, и чем шире мы ставим ладони, тем эффективнее прорабатываем грудные мышцы. Второе упражнение, которое мы с вами выполняем, это поднимание верхней части корпуса от коврика. Исходная позиция – ладони друг на друга, лоб на ладони, и на выдохе поднимаем грудной отдел. Выдох, выдох наверх, взгляд обязательно на коврик. Третье упражнение, которое мы с вами выполняем, это боковая планка. Исходная позиция колена нижней ноги согнута, та нога, которая сверху, в выпрямленном состоянии. Отрываем таз от пола и на выдохе поднимаем еще выше корпус. Выдох, вдох, выдох наверх, на вдохе вниз. В нижней точке таз не кладем, да, оставляем расстояние между ковриком и ногой. Ну а более простой вариант – это упражнение планка в статике. Нужно зафиксировать корпус и удержать. И заключительное упражнение, которое мы с вами выполняем, это отведение ноги в сторону. Снова исходная позиция лежа на коврике. И на выдохе поднимаем верхнюю ногу. При этом стопа сокращена. Носок натягиваем на себя. На выдохе наверх, на вдохе вниз. Каждое упражнение мы с вами выполняем 15 повторений и таких 3 подхода. В здоровом теле здоровый дух. Будьте здоровы, берегите себя.